Добрый день! Какие сегодня проходят у нас масштабные мероприятия в Абакане? Ну, несмотря на ненастную погоду, сегодня у нас в городе Абакане стартует очередной спортивный, большой спортивный праздник – День здоровья. Сейчас мы находимся на крыльце спорткомплекса «Абакан». Участники готовятся к стартам одного из массовых мероприятий целого большого этого нашего спортивного праздника «Кросс нации 2019». А в парке культуры и отдыха проходят уже соревнования по спортивному ориентированию. Мы выбираем туризм, готовятся локации, спортивные площадки. Все, спасибо большое, с праздничком вас. Спасибо, с праздником, дорогие горожане. Ну а дальше в парке у нас с вами тут любители туризма, представители школ, организаций. Ставят палатки, столики. Ух ты, какая палаточка. Еще, наверное, советская. Не знаю, все-таки продают, нет. Тема, класс. Ой, даже собачку кто-то с собой взял. Дрессирует тут же. Да, тут есть где разгуляться. Вот кто-то вот так вот тентик натянул. Кто-то уже кушает, отдыхает. Показывает, как можно жить. Вот у нас. С праздничком всех! Ух ты, здесь самоварчик. Можно салом, хлебушка. Посмеяться! Ё-моё! Радик у них! Детский сад, Варенька, вот здесь вот так вот весело. И что он там, выздоравливает, да? Он же вроде болеет дома. Все, в понедельник на тренировку. Смотрите, лучок, сальца, хлебушек черный. Яблоки, а все, это помидорки. Все натурпродукт. Можно черпать, есть. А кипяточек есть или еще нету пока? Подождите, закипит. Все закипает, чайник закипает, закипает. И здесь палаточка. Ну, а кто-то по-настоящему отдыхает, у них шашлыки вовсю. Через сколько подходить, когда будет готово? Все, а через 30 уже, я так понимаю, все закончится. Нормально будет, да? Так, идем дальше. Здесь все, вот тент натянули, удобные все-таки вещи. Здесь тоже, смотрите, по максимуму и пловчик, и шашлычки будут, и палаточки, все накрыто. Красота! Красный Абакан. Спорт, войди в мою жизнь. Школа номер один. Флаг. Все, у них тут уже похлебочка готова. Здравствуйте, с праздничком. Уха мировая. Ребятки, так это уха, ушица. Ой, красота, вы посмотрите, с какие хвостики. Ой, красота. Ой-ой-ой, вот это все. Налимчик? Да. Ой, с налимчиком. Ой, красота. Вся наша сибирская рыбка. Трех сортов. Там получается, что? Щука. Щука. Налим. И это. Хариус. А, и хариус. Ну, хариус это, конечно, да, наша самая лучшая рыбка. А что здесь не лучше? Все наилучшее. Все самое вкусное у нас. Самое вкусное все. Красному Абакане. Красному Абакане. Сегодня в Абакане жаркие события, кросс наций, забег, различные мероприятия, парки туризм. Я нахожусь на СК Абакан. Здесь прич народа. Конечно, сейчас все основные люди находятся в парке. Мы сейчас туда пойдем и посмотрим, как там проходит обстоятельство. Обстановка. Сейчас я скажу, что идет запись на заднем плане как раз на забег кросс наций. Много в этом году желающих. Хоть, конечно, погода у нас нынче и не задалась, но люди молодцы. Какайся за спорт, все вперед. Вот здесь вот у нас проходит как раз запись на кросс нации. И я не знаю, получится у меня сегодня снять или нет. Народу здесь просто пройти даже невозможно. А вот это все желающие записаться на кросс нации. А это не у нас только там.
участников самого массового физкультурно-спортивного мероприятия года в нашем городе мы приглашаем к микрофону Миниша Кретова. Добрый день, уважаемые друзья. Я думаю, погода сегодня самая легкоатлетическая. Вы же все знаете, что легкая атлетика без дождя не проходит. Ну что, первый старт для малых, самых маленьких. Вот они рванули за медалями. А вот и первый марафонец. Вот из девочек у нас первая прибежала. 2:30 у девочки было, Валя. 2:30. Вот вторая девочка. 2:46. А это у нас массовый забег. Три тысячи участников в этом году зарегистрировалось. Это только те, кому хватило номеров. Также много участников, которые бегут сегодня без номеров. Ну вот уже практически на финише некоторые ребята. Улыбайся каждый раз для здоровья